kill. Triple kill. Привет, вы на канале Байкеры. Сейчас я расскажу о приеме за Андрокс, которым пользуются почти все про-игроки. Этот прием я назвал «Батю в здании», потому что он позволяет стремительно ворваться в стан противника. Вот. Или же просто, когда вас зажали на респе, стремительно выпрыгнуть и попробовать отдефать точку. Так, делается он достаточно просто. Вы бежите на коне на какой-нибудь высоте, и когда конь начинает падать, вы резко нажимаете кнопку стрельбы, чтобы спрыгнуть с коня, и зажимаете пробел. Но главное дождаться момента, когда конь будет падать. Ни раньше и не позже. Именно в тот момент, когда конь дропает с высоты, вы нажимаете стрельбу и зажимаете пробел. Может быть, уже все знали этот прием, но лично я его только недавно открыл и на русском ютубе не нашел ничего, что позволяет научиться ему. Никто не объясняет, собственно. Ну и поэтому я решил запилить такой мини-гайд. Death awaits you all!